С начала года украинские регионы и наполовину не рассчитались за потребленный газ. Это данные Министерства регионального развития. При этом отдельно в Запорожской области расчеты достигают порядка 58%. Но и этого, говорят специалисты, недостаточно. Кроме оплаты за голубое топливо, перед областями стоит задача еще и сократить потребление газа. Как в стране идет подготовка к отопительному сезону, обсудили на всеукраинском селекторе. Подробности в сюжете. Украина перешла на строгую газовую диету, а значит, перед регионами страны стоит задача не превышать выделенные лимиты голубого топлива и выполнить все меры по экономии. Это ряд технических мероприятий, переход на альтернативные виды топлива. В Министерстве регионального развития говорят, держат этот вопрос на контроле и добавляют, сложности в работе есть практически во всех регионах. К примеру, 8 областей выполнили технические меры по экономии газа меньше, чем на 60%. Не рад и показатели с оплатой. Если кто-то надеется, что у премьер-министра или вице-премьера нашего профильного где-то под столом есть вентиль, который он открутит и добавит газу, то этого нет вентиля. Я уже подивился под стол. Нема. Поэтому начинаем работать. Работа по экономии и расчетам за газ ведется и в Запорожском крае. В обладминистрации докладывают, по подготовке к холодам область находится в полной готовности. Все идет по плану, ведутся работы и по другим направлениям. По экономии газа или энергоресурсу пока нормально все, потому что я объективно говорю, что на сегодняшний день мы мало его тратим. Я имею в виду не население, а бюджетные организации. Поэтому пока мы в план включаемся. Но мы ввели ежедневный учет. Ну и по расчетам, к сожалению, на сегодняшний день хвастаться тем, что мы сильно какие-то успехи достигли, нету. Мы не худшие в Украине, мы где-то в середине турнирной таблицы. По данным специалистов, Запорожская область на 60% выполнила технические мероприятия по экономии газа и на 47% альтернативные. В обладминистрации уверяют, показатели будут выше. Также запорожцы обратились в профильное министерство с просьбой разрешить региону самостоятельно распределять лимиты газа в зимнее время. В Минрегионразвития пообещали заняться решением этого и других вопросов.